Здравствуйте! Добрый вам праздничный день! Сегодня мы собрались в гостеприимном зале городского центра культуры «Гостиной нефтяне», чтобы от всей души поздравить с профессиональным праздником всех работников жилищно-коммунального хозяйства. В любую погоду работают службы жизнеобеспечения. Работники жилищно-коммунального хозяйства обслуживают жилой фонд. Наши дома, школы, больницы, учреждения, предприятия теплом, водой благоустраивают дворы и улицы. И все это весомый вклад в создание благоприятных условий для дальнейшего развития, повышения экономического потенциала и престижа нашего родного округа. Мы уверены, что сегодня вы встречаете свой профессиональный праздник с хорошим настроением и новыми планами на будущее. Каждый праздник всегда начинается с поздравлений. И сегодня мы не изменим наши традиции. Я с удовольствием приглашаю на сцену заместителя главы Чернушинского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Александра Александровича Герта и председателя Думы Чернушинского городского округа Андрея Кадировича Галиханова. Жилищно-коммунального хозяйства. Вот хотелось бы сказать, что 15 лет уже вот, я работаю в этой отрасли. За 15 лет, почему вот начинаю, наверное, наша работа действительно достаточно трудная и ответственная, за 15 лет мне сказали спасибо лично, раз 8-10. Поэтому вот в первую очередь мне бы хотелось, поздравляя вас, сказать, чтобы почаще и как можно чаще люди вам говорили спасибо. Потому что когда у них все хорошо, у них есть вода, тепло, свет и дороги почищены, они никогда спасибо не скажут, лишний раз не позвонят. Всегда нам звонки поступают только в тех случаях, когда у нас где-то мы что-то не справляемся, скажем так. И после этого очень вам желаю, чтобы вам говорили спасибо. Потому что ваша работа, она одна из самых ответственных, потому что они, как вы говорили, где-то даже написано было о том, что все тут хвалятся то одним, то другим, но если не будет света, воды или тепла, то, наверное, все, скажем так, похвалы, в скобочках, придут как раз на эту отрасль. Всех вас поздравляю от души, от имени главы городского округа Михаила Владимировича, от себя лично, от всего управления жилищно-коммунального хозяйства. Поздравляю вас с этим профессиональным праздником. Желаю вам действительно, чтобы поменьше было аварий и обращений в ваш адрес, звонков, либо еще каким-либо образом. И действительно, путем нашей слаженной работы всего жилищно-коммунального хозяйства нашего округа, мы привели наш округ действительно в такое состояние, красивое, благоустроенное, и чтобы нас действительно город и округ в целом процветал. Спасибо. С праздником вас. Хочу присоединиться к вам, Александр Александрович, словами благодарности и сказать вам тоже очень большое спасибо, громадное спасибо, потому что пока не сталкиваешься с сферой ЖКХ, кажется, что ну что там такого-то, а тут вот в этом году пришлось позаниматься сферой ЖКХ по ремонту дворовых проездов, и на самом деле спасибо ты не услышишь, что бы ни сделано, все плохо, поэтому теперь я понимаю, как вам сложно в вашем нелегком труде, как вам приходится общаться с населением, с нашим премногоуважаемым, которое не всегда видит хорошее, видит только в основном все плохое. Поэтому вам спасибо вам за терпение, спасибо вам за ваш кропотливый труд на благо нашего городского округа. Пожелать вам хочется здоровья, успехов, чтобы заработная плата у вас была повыше, чем есть, потому что ну, не совсем она высокая у вас, и это хоть и самая ответственная отрасль на сегодняшний день, которая обеспечивает жизнедеятельность нашего городского округа, но заработная плата хотелось бы, чтобы у вас была повыше. Поэтому поздравляю вас с праздником, желаю успехов, счастья, здоровья. С праздником. Спасибо. Спасибо. Пусть вас пройти почетно в зал. Древняя пословица гласит: ищущих много, а нашедших мало. Но мы уверены, что сегодня в зале профессионалы, которые нашли дело всей своей жизни, кто отдает в любимой работе все силы, знания и мастерство. Мы от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником и дарим вам музыкальный подарок в исполнении Полины Еремеевой и Евгения Габова. Встречайте, дружные аплодисменты.
спели свою песню. Я прошу вас поаплодировать дружнее, наш концерт. Уважаемые друзья, профессиональный праздник – это отличный повод сказать искренние слова благодарности за нелегкий, но такой необходимый труд. От того, насколько успешно и эффективно вы работаете, во многом зависит благополучие, комфорт и настроение каждого жителя Чернушки. Мы начинаем церемонию награждения лучших профессий и приглашаем на сцену Андрея Кадильча и Александра Александровича. Награждаются работники управления жилищно-коммунального хозяйства. Это новое структурное подразделение администрации округа. Прошу возвестить этот торжественный момент дружными аплодисментами. Итак, за добросовестный труд, ответственность и продуктивную работу в жилищной сфере, а также в связи с профессиональным праздником, благодарственным письмом администрации Чернушинского городского округа награждаются Регина Анатольевна Шангараева, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, начальник отдела жилищной политики. Регина Анатольевна, мы просим вас остаться на сцене, не уходите, пожалуйста, далеко. Мы приглашаем на сцену для награждения Наталью Александровну Митракову, консультанта отдела жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чернушинского городского округа. Дорогие друзья, я прошу вас, не ступитесь, пожалуйста, на аплодисменты. Сколько же красный? Письмом награждается Анастасия Владимировна Пилич, консультант отдела жилищной политики и управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чернушинского городского округа. К сожалению, Анастасии Владимировны нет. Идет. Анастасия Владимировна, очень рада видеть вас сегодня на празднике и вашу юную помощницу. Аплодисменты. За добросовестный труд, ответственность и продуктивную работу в жилищной сфере, а также в связи с профессиональным праздником, благодарственным письмом Думы Чернушинского городского округа награждается Наталья Павловна Овчинникова, начальник отдела по благоустройству и работе с территориально-общественным самоуправлением. Я прошу вас искупать в овации по аплодисментам. Спасибо вам огромное за ваш труд. Просим вас пройти в зал, а вас прошу остаться. Мы продолжаем вручать награды. О, я прошу прощения. Нет. Музыкальная пауза для всех тех, кто является лучшим работником в жилищно-коммунальной сфере. Итак, дорогие друзья, у нас на сцене танцевальный дуэт группы Skill Dance. Танец под названием «Эго». Ты на том, что 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 ты на том,
Давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу коммунального хозяйства. Как бы ни менялась наша жизнь, людям всегда будет необходимо тепло, свет в домах, чистота и порядок на улицах. А это значит, что без золотых рук работников жилищно коммунального хозяйства нам мы никак не обойтись. Своевременное и качественное предоставление жилищных и коммунальных услуг, оперативное аварийно-ремонтное обслуживание, создание условий комфортного проживания в многоквартирных домах – главная задача управляющих компаний городского округа. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная компания «Грант»» образовано в 2007 году. Высокий уровень обслуживания населения определяется ответственным отношением к своему делу молодого коллектива предприятия. И для награждения работников данной организации мы приглашаем на сцену Андрея Кадировича и Александра Александровича. Даже хвалю! Вы как скажете? Итак, благодарственное письмо за добросовестный труд в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Чернушинского городского округа, высокий профессионализм и ответственность, а также в связи с профессиональным праздником, Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства вручается. Марии Владимировне Тушаковой, директору общества «Жилищная компания «Грант». Мария Владимировна, приглашаю вас на сцену. Алгоритм действий будет таков. Александр Александрович вручает благодарственное письмо, вы целуете девушек в щечку. Не уходите, пожалуйста. Мы приглашаем на сцену Ильсура Ханифовича. Секунду. Вручается благодарственное письмо Ильсуру Ханифовичу Суэргулову, сварщику компании «Грант». Александр Александрович, мы просим вас спросить. На сцену всеобщие аплодисменты. Вот здесь слова не обязательно, можно пожать руку. Ну, может быть так. Также благодарственное письмо за добросовестный труд вручается Михаилу Владимировичу Ушакову, дворнику управляющей компании «Грант». Дорогие друзья, я прошу вас поднять руку в ладоши. Михаил Владимирович, по всей видимости, нет сегодня в зрительном зале. Но я прошу вас еще раз поаплодировать, пожалуйста, чтобы наши аплодисменты были деньги Михаила Владимировича. Ну что ж, Мария Владимировна, Ильсур Халифович, я прошу вас пройти в зал, а мы продолжаем церемонию награждения. Все в том же алгоритме. Итак,
штате общества «Регион» работают специалисты своего дела, настоящие мастера и крутые профессионалы. За добросовестный труд в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, высокий профессионализм и ответственность, а также в связи с профессиональным праздником, благодарственными письмами награждаются. Андрей Николаевич Горшков, директор управляющей компании «Регион». Андрей Николаевич, просим вас пройти на сцену. Государственное письмо вручается Татьяне Николаевне Полищук, диспетчеру аварийно-диспетчерской службы управляющей компании. Приглашаем на сцену Ольгу Степановну Загидулину, дворника управляющей компании. Я прошу вас остаться, пожалуйста, на сцене. Ольга Степановна, просим вас пройти на сцену. Смотрите, с каким вдохновением бежит Ольга Степановна на сцену. Ружнее, доброе, равнодушие. Примите, пожалуйста, наши поздравления, аплодисменты ваших коллег. Приглашаем на сцену для награждения Сергея Николаевича Ильины, дворничка, управляющий компанией «Регион». Благодарственное письмо вручается Ивану Васильевичу Панькову, слесарю-ремонтника жилищно-коммунального хозяйства. Вы такой быстрый! Да, величайшей походкой учиться к нам профессионал своего дела. Итак, мы ждем. На сцене Евгений Иванович Снегирев, слесарь и ремонтник жилищно-коммунального хозяйства. Вы заметили, чем нужнее вы могут его одушить, тем быстрее и ремонтник торжества, ваши работники поднимаются у нас на сцену. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с заслуженной наградой и с вашим профессиональным праздником. Аплодисменты залу. Наш дом является одним из первых предприятий в городе по управлению многоквартирными домами, в котором трудятся замечательные люди и настоящие профессионалы. Благодарственное письмо за значительный вклад, личный вклад в формирование и реализацию жилищно-коммунальной политики, высокий профессионализм, добросовестный плодотворный труд в связи с профессиональным праздником вручается Станиславу Васильевичу Мусихину, директору управляющей компании «Наш дом». Благодарственными письмами за высокий профессионализм, добросовестный и плодотворный труд и в связи с днем работы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства награждаются работники общества «Наш дом». Владимир Аркадьевич Бутаков, слесарь и ремонтник жилищно-коммунального хозяйства. Александровна Гулая, главный бухгалтер. Александра, мы ждем вас на сцене. Похлопаем в ладоши. Мы приглашаем на сцену Артема Владимировича Копытина, мастера по эксплуатации и обслуживанию общего имущества. Компания.
руководителя управляющей компании Николая Николаевича Ильиных. Спасибо за ваш добросовестный труд. Поздравляем вас с профессиональным праздником и этими заслуженными наградами. Спасибо. Знаешь, Саш, современные танцы, пре-репорте, возможно, это круто, но для молодежи. А вот людям постарше, конечно, мне кажется, интереснее русская песня. Согласен? Ну что ж, тогда я осторожно приглашаю на сцену группу «Добро» под руководством Светланы Зарядиновой, давайте похлопаем дружную ладошку, которая исполнит нам наши русские песни. Oh,
муниципальное унитарное предприятие «Чернушинские городские коммунальные электрические сети» – одно из старейших предприятий района. В этом году предприятию исполняется 48 лет, и трудно поверить, что оно когда-то базировалось на небольшом пятачке рыночной площади. Сегодня Чернушинские городские коммунальные электрические сети – специализированное предприятие города, имеющее крупную производственную базу. Благодаря профессионализму трудового коллектива разных поколений, город имеет устойчивое электроснабжение, а жизненно важные для города и округа объекты имеют резервное питание для бесперебойной работы в любых условиях. Благодарственными письмами администрации Чернушинского городского округа за добросовестный труд в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Чернушинского округа, большой личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм и ответственность, а также в связи с профессиональным праздником награждаются работники муниципального унитарного предприятия Чернушинские городские коммунальные сети. Я приглашаю Александра Александровича на сцену для вручения наград. А также приглашаю лучших из лучших профессий. Дамира Ильшатовича Шангараева, директора муниципального унитарного предприятия «Чернушинские городские коммунальные электрические сети». Максима Владимировича Хайдарова, машиниста экскаватора предприятия. Руслана Рафкатовича Шайнурова, электромонтера оперативно-выездной бригады. Благодаря своему письмом администрации Чернушинского городского округа награждается Рамазан Загитович Якупов, машинист автогидроподъемника. Спасибо вам огромное за труд. Но без вас бы точно не состоялось ни этого праздника. Да и вообще сложная была жизнь, правда же? Аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо. Продолжаем вас занять места в зале. И продолжаем церемонию награждения. Основные виды деятельности компании «Энергоинвест» – это обслуживание автомобильных дорог и автомагистралей, содержание, ремонт и строительство. Компания делает все возможное, чтобы работать для людей, создавая лучшее качество жизни, обеспечивая жителей города Чернушка, Пермского края и близлежащих регионов комфортабельными условиями для проживания. Возглавляет компанию Владимир Николаевич Драницын. Аплодисменты. Итак, благодарственными письмами администрации Чернушинского городского округа за добросовестный труд в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, большой личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм и ответственность, а также в связи с профессиональным праздником, награждаются. Алиса Борисовна Туктакиева, дорожный рабочий производственного участка предприятия. Дорожный рабочий Ирина Владимировна Черенкова. Девчонки, вы молодцы! Вы отважные женщины! Аплодисменты! Можно сказать, что в обществе невест работают не только женщины, работают даже мужчины. Сергей Михайлович Сафонов, машинист, награждается также благодарственным письмом администрации Чернушинского городского округа. Сергей Михайлович, мы приглашаем вас на сцену. Мы сегодня не едем в работе. Тем не менее, заочные аплодисменты Сергею Михайловичу. Благодарственные
Вячеслав Германович Князев, машинист общества. Приглашаю на сцену очаровательную Нику Николь Двинянину. Водопроводно-канализационное хозяйство зависит жизнедеятельность всех городских служб, предприятий и населения округа. С момента своего основания предприятия и на протяжении всей деятельности коллектив стремится к достижению одной цели –
предоставление услуг по бесперебойному и качественному водоснабжению и водоотведению. Коллектив водоканала несет ответственную высокую ответственность за благополучие и здоровье жителей города, обеспечение его санитарной и экологической чистоты, охрану окружающей среды. И с поставленными задачами коллектив справляется на отлично. Итак, я приглашаю Александр Александрович на сцену. Мы продолжаем вручение наград. Прошу вас посвятить момент дружные аплодисменты. Почетные грамоты администрации Чернушинского городского округа за многолетний добросовестный труд в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, высокий профессионализм и ответственность, а также в связи с профессиональным праздником награждается Алексей Валерьевич Булычев, слесарь участка и данного ремонта предприятия. Андрей Владимирович, насладитесь аплодисментами. Добросовестный труд в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, высокий профессионализм и ответственность, а также в связи с профессиональным праздником, благодарственными письмами награждаются Юрий Сергеевич Кобяков, директор водопроводно-канализационного хозяйства. Лидия Степановна Чистякова, машинисты насосной установки участка. Мы просим подняться на сцену Алексея Леонидовича Колчанова, водителя автомобиля транспортного участка предприятия водопровода «Канализационного хозяйства». Добросовестный труд в области жилищно-коммунального хозяйства, высокий профессионализм и ответственность, благодарственным письмом награждается Валентина Васильевна Ратыкова, кладовщик участка водозабор унитарного муниципального предприятия водопровода канализационного хозяйства. Мы ждем на нашей сцене Владислава Емельяновича Пакеева, слесаря ремонтника Абонентского отдела предприятия водопровода канализационного хозяйства. Благодарственным письмом награждается Станислав Эдуардович Григорьев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электровоенного участка «Лизабор». Благодарственное письмо вручается Ивану Сергеевичу Уткину, слесаря участка и капитального ремонта предприятия водопровода канализационного хозяйства. Иван Сергеевич у нас сегодня на рабочем месте, наверное, не присутствует. Пока еще раз заочно аплодисменты Ивану Сергеевичу. Рождение Сергея Николаевича Сарапугова, электрогазосварщика участка аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта предприятия. Мы просим подняться на сцену Максима Алексеевича Мельчакова, главного энергетика. Наград найдет непременно своего героя. Дружно встречаем аплодисментами Ивана Юрьевича Кольца, начальника производственно-технического отдела. Какие энергичные люди работают на предприятии. Здорово. Награждается благодарственным письмом Светлана Витальевна Казанцева, начальник испытательной лаборатории участка кондиционных очистных сооружений.
пожалуйста, встаньте так, чтобы вас было видно. А то уже забежал за кулисы. Дорогие друзья, давайте еще раз подаем аплодисменты. Спасибо вам за честную волю. Без воды ни туда, ни сюда. Вы согласитесь со мной. Спасибо вам за ваш труд. Дорогие друзья, просим вас пройти в зал. Вас также. И вам посвящается следующий вокальный номер. Солисты вокальной студии «Радость» на нашей сцене уже и очень ждут ваших бурных оваций. Руководитель Людмила Зарудинова. Ансамбль, вокальная студия «Радость». Дружнее хлопаем в ладоши. Небо вот такое. Сегодня предприятие является одним из главных поставщиков тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения объектов социального назначения. Профессионализм и самоотдача трудового коллектива вносят весомый вклад в финансовую стабильность предприятия, надежную и бесперебойную подачу тепловой энергии нам, потребителям. И мы приглашаем на сцену для вручения благодарственных писем Александра Александровича Кертова.
Почетной грамотой администрации Чернушинского городского округа за многолетний добросовестный труд в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Чернушинского округа, значительный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм и ответственность, а также в связи с профессиональным праздником награждаются Оксана Рудольфовна Кочиш, инженер участка номер 9 предприятия «Тепловые сети». Оксана Рудольфовна, мы приглашаем вас на сцену. Вас, коллеги, поздравляю, это один из видов чудесных праздников. Почетной грамотой награждается Ольга Анатольевна Селиванова, инженер-энергетик, участка номер 9, предприятия «Тепловые сети». Благодарственным письмом администрации Чернушинского городского округа за многолетний добросовестный труд в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Чернушинского городского округа, большой личный вклад в развитие предприятия, высокий профессионализм и ответственность, а также в связи с профессиональным праздником вручаются Андрею Игоревичу Драницыну, директору муниципального предприятия «Тепловые сети». Мы приглашаем к награждению благодарственным письмом Наталью Валентиновну Новокрещину, диспетчера предприятия. На сцену Татьяна Николаевна Лиховских, оператор центрального теплового пункта участка номер 2. Благодарственное письмо награждает Татьяна Ивановна Могильникова, главный бухгалтер участка номер 9. Пожалуйста, благодарственное письмо. Андрей Ильич, продолжаем вручать награды. Диля Гандалиповна Туйгердина, оператор паровой котельной участка номер 1, центральный предприятие. А также вручается благодарственное письмо. Звучат аплодисменты зала. В честь вас. Мы ждем на нашей сцене Антона Владимировича Мальцева, начальника отдела материально-технического снабжения участка номер 9. Благодарственное письмо вручается Владимиру Геннадьевичу Федорову, мастеру участка номер 2. Благодарственное письмо вручается Наталье Павловне Бабошиной, оператору паровой котельной участка номер 1, центральной котельной предприятия «Тепловые сети». Вот они, лучшие из лучших профессий, лучшие из лучших на предприятии «Тепловые сети». Давайте еще раз подарим аплодисменты. Дорогие друзья, мы желаем вас профессиональным праздником, будьте здоровы, ну и трудовых побед вам. Спасибо, просим вас пройти в зал. Да, от работников тепловых сетей зависит не только поступление тепла, воды, в дома и квартиры, но также комфорт и хорошее настроение, уверенность в завтрашнем дне всех-всех чернушан. Продолжаем наше мероприятие. Ну и в подарок всем вам, дорогие друзья, выступает детская хореографическая студия «Реверанс». Школа номер 2. Наши гости. Порушка Парани, русский народный танец. Bye.
поздравительное. А следующий творческий подарок прозвучит в исполнении Людмилы Зарядиновой. Дальше жизнь.